Всем привет, друзья! С вами Аллариэль, и мы продолжаем с вами наши приключения в World of Warcraft Legion. И наконец-то добрался я до нашего охотника, которого многие из вас так просили побыстрее вернуться к нему и продолжить за него игру. Собственно, вот наконец-то я добрался до этого дела. Выдали мне сразу при входе стартовый же квест по отправлению на Расколотый Острова, чем мы с вами сейчас и займемся. Вот, ничего особо я тут читать, изучать смысла не вижу, так как мы это уже с вами проделывали несколькими персонажами, да, и... Так. Черепашка. Ой, промахнулся. Ну ладно. Проделывали это многими персонажами и охотником, и разбойником нашим. Что это такое? Даже и не знаю. Половину спеллов. Так вот, и охотником, и охотник на демонов, который и разбойник, и в будущем еще по-любому что-то да будет. Вот, поэтому мне надо, короче, как-то вспомнить, что тут вообще к чему. А то что-то как-то не заходит, да, скажем так. Так, поехали, следующий. Так, а что такое Б? Дикого зверя, который в течение 8 будет. Ага. А Цешечка? Так. Замечательно. Нет, мы не сдадимся. Получите, распишитесь. Кстати, реально забыл, что мне тут. Воу. Что у меня как-то с хитпоинтами вообще беда. А ну. Ой-ой-ой. Ой, как-то мне вообще нехорошо. Не достаю. Слишком далеко. Надо же, даже с трудом как-то умудрились победить. Че я перекусить-то не могу, могу. Да. Выстрел кобры, ужасный зверь, команда взять залп. Ага, дух дикой природы. Так, что у меня вообще здесь есть? Давайте так, наверное. Даже и не знаю, блин. Всякая ерундовина. Так, а что, здесь я вроде как выполнил, да? Двигаем дальше. Кстати, забываю, что могу и летать-то. Итак, знак Аргримара получаем. Хо-хо-хо, 700-й. Мое почтение. Меняем. Хлоп. ПВЕшечка засейвили. О, еще и лук мне хотят дать. Отправься на Расколотый берег на корабле капитана Русса. С радостью. Отправляемся. Это капитан Русса. Да, он самый. Вперед. Вы встали, очередь воспользовавшись. На-на-на, окей. Что ж, походу, наша задача теперь дождаться только. Надо тут ярлычки все эти пораставлять, чтобы они никому не мешали. Так, а сколько ждать? Среднее время ожидания около минуты, да? Ну, поглядим. Опа. Собственно, отправляемся. С
Свежий ветер, соленые брызги. Как я рад снова выйти в море. И ты рад золотишку, которое тебе отвалили. Думаю, золотишко. Играть слаще на чужие деньги. Это если мы вернемся назад. Из-за гримара что-то слышно? Сильвана с Плутом высадились пару часов назад. Остров кишит демонами. Да ладно. Откуда их столько повылазило? Чую, скоро мы это узнаем. Ну что, Орда, приплыли. Берег просто кишит демонами. Причаливаем. Ну чё, вперед из песни. О, так тут целая пати нас даже. Все в основном сотники, один я, 98-й. Ой-ой. Это и правда беда. Беда-бедулечка, я бы даже сказал. Так, второй этап, поехали. Уже некуда. Так, ну и чё прикажете? Ага, прикажут раскочегарить всех. Да не вопрос вообще. Единственное, мне не очень нравится то, что у меня ХП практически по нулям. Словно существует в двух мирах одновременно. Орда! Атакуйте кристаллы! Не подпускайте их, шпиля! Ну, конечно, я по атаке просто жесть. А чем набирается у меня концентрация? Ой-ой-ой. Ух, я выхватил знатно. У меня нет цели. Да, они удерживают шпиль в нашем мире. Мне нужна цель. У меня нет цели. Так, быстренько снимаем их. Нужно и правда разобраться. Ох, сейчас я закину дамаг. Так, а ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Верный выстрел. Ага. Окей, выстрел кобры, понятно. О, а эту можно было бы и достать. О, знатно. Хоть что-то. У меня нет цели. Мне нужна цель. У меня нет цели. Так, а вот это. А что у меня на F1? Где этот F1? Ага, вижу. Мне нужна цель. Ты сдохнешь вместе с остальными. Огонь по командиру! Ваши души будут страдать вечно. Но все равно непонятно мне, чем накапливать. Чем накапливать и энергию эту. Как-то странно. Исцелит мою плоть. Это не победа. Вы не можете победить. Ибо именно Легион. Странная штука. У меня минус один. Но с тобой честь для меня, вождь.
никак не привыкну, что ты зовешь меня вождем. К гробнице есть лишь один путь. Все готовы? Выступаем! Вперед! Может быть и правда спекнуться. Спекнуться в что-то другое. Демоны появляются быстрее, чем раньше. Это совсем другой легион. Сердце Феникса. Ну, наверное, мне бы не помешало именно танкование. Это не вторжение, это регулярная армия. Готовьте стрелы! Цельтесь! Пли! Они живы! Поспешим! Ой-ой-ой, тут главное не попасть под снаряд, а то будет беда. Ходу, ходу, ходу. Бэйн, Крав... Ой-ой-ой, что я провтыкал маленько. Мадам. Так, что дальше? А я вас уже заждалась. Ну это же замечательно. Тебе не помешает помощь. Демонам нет конца. 5 кристаллов. Если подберемся к ним, то сможем разрушить портал. Вы слышали, следопыт? У меня расчистим нет цели. Путь. Стреляй по моей команде. Пли! Блин, но все равно мне не нравится то, что у меня... Как-то все очень странно с набором именно этой гребаной энергии. То ли я гоню, то ли лыжи не едут. Давайте таланты, может, посмотрим. Быть может, здесь что-то. У меня нет цели. Ладно. Придется уже допройти этот сценарий, а там уже дальше смотреть, что оно такое. Отлично. Но как им удалось переправить сюда столько демонов за такой короткий срок? Это что-то совершенно новое. Боюсь, у Легиона для нас припасено еще немало сюрпризов. Эти конструкции будто выросли из-под земли, и из них сразу же повалили орды демонов. Теперь мы знаем, как их уничтожить. Эта война не на жизнь, а на смерть. Будем медлить, погибнем. Ну-с, вперед. Нападите на город демонов. Знак серебряного авангарда. Ты можешь говорить? Я ранена, но идти смогу. Я все еще могу. Люди скоро умрут. Сражаться надо найти Тириона. Так, я тут быстренько. Мы его найдем. Воины Орды, ищите выживших. Спасите всех, кого сможете. Ой. Что-то как-то у них хпшечки так не очень уменьшаются. О, жесть. Ой-ой-ой, отхожу. Ой-ой-ой, беда, беда, беда. Сразу меня запаковали. Без суда и следствия.
прыжочек. Побежал. Блин, прохилил бы кто, было бы вообще замечательно. А то как-то... как-то стрёмно, блин. Давай, падай. Само собой. Все еще могу видеть сражаться. Надо найти Тириона. Они никто даже не это. Я ранен. Не освобождает. Воу. Пошел разряд. Так, давай по ней атакуем. У меня нет цели. Замечательно. Продвигаемся дальше. Ой-ой-ой, я, наверное, лучше отойду, пока не хапнул по лицу. И, наверное, ой, там Волджину надо помочь, что он как-то прям соло стартанул на этого демона. Так, седьмой этап. Слишком просто. Что-то тут не так. Смотрите, за разломом Гул'дан и Тирион. Орда, все к Траллу! Так. Кто-нибудь знает, как пересечь этот разлом? Духи земли, помогите! Как удобно. Очень даже. Так, даже можно прыгнуть на маунта. $93 миллиона, нехило у него так. Ну-с, ага, вон и Альянс подтянулся. Ничего себе, там какие люди, а. Седогриф, Джайна, Гелблин. Гелблин. Ты за это заплатишь. Не подходите! Это ловушка! Свет защитит меня! Глупец! Это храм истинного бога! Твой жалкий свет не поможет тебе здесь! А вот твои друзья явились как раз вовремя, чтоб увидеть, как ты умрешь. Ох ты ж, ё-моё. Убей его! Нет! Столько усилий, столько жертв, и все равно ваши герои погибают один за другим. Убей их!
Ну давай. Монстры из пламени скверны! Орда приготовится! Слишком далеко. Мы будем тогда отсюда напуливать. Давайте по-быстрому его. Вперед, орда! Покажем альянсу, как надо убивать демонов. Ой-ой-ой. Наверное, лучше отойти. Ах, не успел. Так, сейчас наберется. Пошел прострел по всем. Альянс, он ваш. На этот раз не уйдет. Сосредоточить огонь. Так, ну давай, накапливайся скорей. Того там у него осталось всего-то 8 миллионов. Сейчас мы его добьем уже. Кстати, посмотрим хоть с вами оплот охотников. Шанс его уничтожить, Сильвана. Считай, он уже мертв, Рин. Ой-ой-ой. Чё-то я перестарался. Так, ну давайте, 2 ляма. Оу, отходим. И добивной. Ух ты, блин, вот это я подлез. Рано радуешься, Рин. Если не остановим Гул'дана, он призовет еще сотню таких. Возьмем высоту и прикроем вас. Сильвана, спасибо. Удачи, Варян. И тебе. Так, а мы двигаем дальше. У нас последний этап, в принципе, остался. Так. Ну, а нам дальше куда-то. Ты прав, человек. От моего повелителя бежать некуда. Узри всю силу владыки Саргераса. Позади нас еще один портал. Надо удержать высоту! Любой ценой! Занимайте позиции! Мы должны сдержать их! Окей. Мы готовы. Неплохо, все характеристики увеличены, так как... Ого! Вузул порочный. Как тебе нас не одолеть! Сегодня весь Азерот даст тебе отпор! Хватит болтать, Рин! Прикончи его! Я видел гибель твоего жалкого мирка, Рин. Он сгорит в пламени скверны, как и тысячи других. Легион вечен. Мощно там. Ой-ой-ой. Ого, там Бейну раздали. Замкнуть ряды. Не так. У меня нет цели. Мне нужна цель. У меня нет цели.
их слишком много. Лежать всем. Будем обороняться здесь. У меня нет цели. Мне нужна цель. У меня нет цели. Так, а Волджин? Итак. Отводи войска на корабль. Воины, отступаем! Отдай это моему сыну. Тебя будут помнить как короля, который отдал свою жизнь впустую. Во имя Альянса. Итак, сценарий мы успешно завершили. Что нас ждет?
что нас ждет. Нам нужно явиться в Аргримар. Получили с вами новое оружие. Это лук. Причем очень такой неплохой. Которого ДПС. Мое почтение. Чуть ли не в 5 раз больше. Вот. Сила и честь. Нас направляет вечное солнце. Итак. Мне некогда с тобой болтать, если только ты не новый садовник. Судьба Азерота на света в твоих снова руках. Все познают силу и славу Синдорай. Мы отрекшиеся. Мы убьем всех на пути. Так, ну что ж. Сильвана стала новым лидером Орды. И на этом, друзья мои, я думаю, мы помогли, наверное, в этом проклятии. У меня нет времени на... уже и завершить с вами задание и эту серию. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами совсем-совсем скоро в следующих сериях. Всем пока, друзья мои.